Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. Сегодня мы вам покажем, как мы праздновали день рождения нашей маленькой Джанел. Также покажем несколько видео и фотографий из прошлых лет. В конце видео мы объявим победителя конкурса лайков, а также споем песню, которую мы пели всей семьей в прошлом году. Оставайтесь с нами. Хотя на дворе уже и март, но у нас еще зимняя погода. Снег то тает, то опять падает. Вова исполняет мужскую работу, пока папа в рейсе. А мы в такой снежный день празднуем день рождения нашей Джанел, которой исполнилось сегодня 9 лет. Сегодня у нас у Джанел день рождения. Сколько Джанел лет? 9 это сколько? 9. Джанел хорошая девочка? Да! Вы любите Джанел? Да! И поздравляете ее? Да! С днем рождения! С днем рождения! Вова нам сделал сегодня гамбургеры. Гамбургеры. Мы сегодня будем кушать. Джанел сейчас помолится. И сегодня, как всегда, мы даем пожелания имениннице. Mood, когда Джанел в хорошем настроении, она всегда радостная, ходит и у мамы спрашивает: «Мама, что тебе помочь?» Играет с Дженнифер и с другими девочками. Я пожелаю ей, чтобы она продолжала быть счастливой. Джанел, она всем делает завтрак. И там, да. У нее уже много здесь оладушек. Целая гора. Пришел, а здесь Джанел такие оладушки сделала. Это просто... Джанел, сколько тебе лет? 7. Ей 7 лет, она завтра готовит для всей семьи. А тебе 6, да, тебе 6. Вот, так, слава Богу за наших добрых деточек таких. Очень... Джанел, она очень добрая. Всегда улыбается. Ну, в основном всегда улыбается. Пусть она продолжает всегда улыбаться. Мне нравится, когда Джанел радостная, когда у нее хорошее настроение. Она приходит ко мне в комнату. Она иногда делает мой пазл. Я ей говорю: Джанел, не надо больше мой пазл делать. И она всегда красиво смеется. У нее очень красивый смех. Чтобы у нее был хороший школьный год, я ей этого желаю. So,
Она помогает мне clean our room. Джанел помогает мне убирать в комнате. Ты приходишь и все. You're laying in bed, all of a sudden someone's like, good night. И когда мы лежим в кровати, мы все по очереди говорим «Спокойной ночи». Джанел говорит «Прости, если я что-то сделала сегодня». И ты меня прости. И Дженнифер говорит «Люблю тебя». Я тебя тоже люблю. И я тебя люблю. Джанел, она как Алена, она любит чистоту. И она всегда вечером приходит и говорит «Спокойной ночи, спокойной ночи». Мне нравится, когда Джанел улыбается, и когда она убирает все, и когда она стучится к нам в комнату и всегда желает спокойной ночи. Продолжаю улыбаться, и чтобы была хорошим примером в школе. Она моя подружка. Когда мы вечером собираемся на общение, у нее очень хорошие, интересные мысли. Такие мудрые. Она всегда улыбается. Да, иногда и плачет. Но она в основном радостная девочка. И обнимает меня очень часто. Я ее люблю. Вот такое дело Джанелочка попросила. Джанелочка, как дела у тебя? Хорошо. Как настроение? Хорошо. А что ты с этой доской хочешь сделать? Расскажи. Рисовать что-то. Нарисовать на доске, да, хочешь? Угу. И ты хочешь, чтобы папочка ее что, порезал, да? Да, порезал. Джанел, ну что, ты закончила свой подарок Нелечке? Да. И Нелечка приехала из лагеря у нас. Ну давай, покажи, что у тебя там получилось. Мне нравится Джанел, потому что она добрая. И мне нравится, как она улыбается. Продолжаю улыбаться, улыбаться. И еще улыбаться. Мне нравится Джанел, что она, хотя она такая маленькая, но она очень responsible, если ответственная, что если она что-то берет делать, она это делает. Как она сегодня стала на стол это все накрывать, и Нелли говорит, Джанел, это твой birthday, иди, мы сами сделаем. Она, почему ты накрываешь сама на стол? Она говорит, ну, никто же не делает. Такая сама все. И когда она, как кто-то сказал, что у нее когда настроение, она идет сама в комнате, уберет, все ровненько положит по полочкам. Она, в общем, она умеет делать всякие вещи. Я ей пожелаю, чтобы она очень талантливая, она умеет играть на пианино, она умеет петь, звонкий голос такой. Вот, чтобы она славила Бога, любила Бога и была хорошим примером для маленьких деток, примером для Дженнифер и других маленьких девочек. И хотя папы Лёши не было в этот праздник с нами дома, он был в рейсе, и мы по нему очень скучали, но он поздравил Джанел по телефону и также написал на Инстаграме ей «С днем рождения, моя маленькая драгоценная доченька! Люблю тебя, скучаю, сожалею, что не могу быть дома в твой праздник, но молюсь о тебе и очень благодарю Бога за тебя, моя красивая, добрая доченька, сильно любящий тебя папа».
А сейчас мы хотим объявить победителя конкурса лайков, которой стала Мария Сальников. Ее лайк был под номером 10. Мы вас поздравляем, ждем ваш адрес на нашу электронную почту. Мы вам вышлем открытку, фотографию, несколько наклеек от нашей семьи. Большое спасибо всем за лайки, за комментарии, за то, что вы с нами. А теперь время подарков. Тебе желаем счастья, счастья, счастья во Христе. Большое спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, приглашайте ваших друзей и приходите к нам еще. Всего вам хорошего, до свидания. Спасибо вам всем. Господь мой пастырь, всякий летний полдень, Господь мой пастырь, зимняя пульку, Господь мой пастырь. О, какое счастье! Господь мой пастырь, я его люблю, я его люблю. Петь о Христе. Петь о Христе. Мне нравится все больше, он ближе мне. Все ближе с каждым днем, со мной идет. Он ясный день погожий, со мной идет. Под проливным дождем. Какое счастье!